финалист чемпионата мира по шоу, замечательный постановщик программ, «Легенды танца» и танцевальный дуэт в Кремле, в том числе тот, который пройдет 7 июня. Талиат Тарсинов, Соединенные Штаты Америки. Многократный чемпион мира, легендарный Виктор да Силва, Португалия. Нам очень приятно, что среди членов жюри сегодняшнего вечера абсолютно уникальный человек, один из создателей кубинского балета, партнер легендарной Алисии Алонсо. 25 лет, один из руководителей Бежар Балет Компани, Азарий Михайлович Плисецкий, Швейцария. Почетный президент Всемирного танцевального совета Марсел де Райк, Нидерланды. Неоднократный серебряный призер чемпионатов мира по латиноамериканским танцам, создатель уникальных программ, театрализированных представлений бального танца Юко Хаапалайнен, Финляндия. Финалист чемпионата Европы среди профессионалов, воспитатель поколений танцоров латиноамериканской программы, создатель уникальных программ области бальных танцев Виктор Никовский, Россия. Чемпион России, чемпион Европы в программе латиноамериканского шоу Владислав Бородинов, Россия. Организатор крупнейших танцевальных соревнований и фестивалей в Китае, президент China Ballroom Dance Federation, Манфред Ван, Китай. Президент Израильской профессиональной ассоциации танца Анатолий Трилицкий, Израиль. Главный судья этого чемпионата Леонид Плетнев. Ну что ж, дорогие друзья, и мы с вами переходим уже непосредственно к этому финалу и к тем номерам, которые подготовили наши замечательные гости. И первый на паркете финалисты Блэкпулского фестиваля, чемпионы мира, девятикратные чемпионы танцевальной системы Фред Астер, Михаэла и Татьяна Азаровы, Соединенные Штаты Америки, и их номер памяти Сальвадора Дали. Thank you.
of Salvador Dali. Михаила и Татьяна Азара, Соединенные Штаты Америки. Сальвадора Дали. Я так думаю, что они такой путь покрыли, что хотели бы услышать вам гораздо более горячие аплодисменты. В Блэкпуле их стоя приветствовали. Спасибо. Thank you very much, Татьяна. Thank you, Михаила. И следующие на паркете наши гости из